Привет, ребят! Сегодня я записываю свое первое видео по переводу. Это будут мифы FIFA. Они вам очень не понравятся, поэтому поставьте лайк. Ну что ж, начнем. Нельзя получить Роналду в бесплатном паке. Это очень круто, если вы получите Месси, Роналду, Родина в бесплатном паке. Это миф. Этот парень получил Роналду в бесплатном паке. Это невероятно. Я не представляю, как он радовался. Вы не можете получить две формы одного клуба в одном паке. Этот парень получил форму Фейенорда, гостевую и домашнюю в одном паке. Это миф. Вы выиграете футдрафт и получите 100k пак. Окей, это правда, ребят. Так этому парню еще и выпала легенда и информ в этом паке. Этот драфт для него очень крут. Вы не можете сделать ролик в FIFA круче, чем этот ролик в NBA 2K. Посмотрим. Все круто. Чувак выигрывает. Это просто невероятно. Ты можешь забить с центра поля? Да, я могу забить с центра поля. В чем проблема? Вот, практически с центра поля мяч залетел в девятку. Нет проблем. У всех голкиперов одна звезда особых приемов. Это правда. В FIFA 16, FIFA 15 нет ни одного голкипера с двумя звездами. Но в FIFA 14 был аргентинец, имевший две звезды. В FIFA 13 был Винсент Яньяма и Филиппе Мело, и форм Филиппе Мело, он отразил пенальти. Ну, конечно, он полевой игрок, ему дадут две звезды скиллмувс. Самый первый в FIFA 11 был австриец, тоже имел две звезды. У голкипера может быть финишинг больше, чем у полевого игрока. Это правда. Самый большой финишинг голкипера в FIFA 16 это 40. Самый большой финишинг у игрока это у Роналду. Информ Роналду пока что. Самый маленький у Костаса Манолоса. Это финишинг 10. При ударах 19. Он вообще по мячу попадает, ребят. Ты можешь получить бронзового игрока в футдрафте. Не знаю, я играл, мне ни разу бронзовый игрок в футдрафте не падал. Я думаю, кто-нибудь огорчится, если он ему упадет. Поэтому это миф. Игрок может получить травму, когда празднует свой гол. В реальной жизни, да, были такие случаи, и заканчиваются они плачевно. Юрген Клопп, это Клопп. Не знаю, что это, честно, ребят. Ты можешь отпраздновать свой гол на арене. Конечно, вы забиваете там шикарный гол, но гол отпраздновать, увы, не получится. Это миф. Ну все, спасибо, ребят. Это было мое первое видео. Надеюсь, вы поддержите меня лайком и подпишитесь на канал. Оставьте комментарий под видео. И ждите следующих видосиков. Всем пока.